Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Я рад, что вы решились прийти. Давненько мы с вами не виделись, и уже давно вам следовало записаться на наш прием. Что ж, я помню, вы хотели обсудить различные гложащие вас вещи, события, мысли, то, что вызывает у вас тревожность, то, что не дает вам спокойно спать, как, например, мне не дает спать стройка на улице за моим офисом. Но я надеюсь, что это пройдет, и мы с вами сможем успокоиться и абсолютно в прекрасной, нейтральной и приятной для нас с вами атмосфере поделиться друг с другом различными вещами, которые нас волнуют. Присаживайтесь поудобнее, повторюсь еще раз. Вы в полной безопасности, конечно, если не залетит к нам в окно какая-нибудь кряга и не пробьет нам головы. Но я надеюсь, этого не произойдет, потому что я недавно осветил свой офис, и меня нужно миновать различные проблемы, но мы не об этом. У меня есть записная книжка, по которой я стучу пальцами, я делаю это, потому что я немножко переживаю. Ну, это хороший способ избавиться от стресса, поскольку спиннеры уже не актуальны. Делаю таким образом. Что говорить? Simple, dimple и pop it. Не слышал о таком. Рекомендуйте. Боже, здесь же я, психотерапевт, поэтому давайте послушаем вас. Поделитесь, пожалуйста, чем-то, что вас не устраивает. Я слушаю вас. Да. Или что? Продолжайте. Хорошо. Тогда у меня к вам есть предложение. Мы запишем с вами ваши проблемы, ваши негативные переживания с помощью красного карандаша в записную книжку. Сделаем это для того, чтобы пометить важность работы над этими нюансами. Сделаем это красным цветом. Продолжайте говорить, я буду записывать. И когда остановитесь, мы пройдемся по конкретно каждому пункту и постараемся это обсудить хорошо. Да, начинайте. Перебиваю, но зацените эту тишину. Да. Я люблю, когда в офисе тихо. Ну, ваш голос совсем не мешает, поэтому продолжайте. На чем остановились? Ах, да. Так, еще пара пунктов, да? Но при этом считаете, что это в порядке вещей, да? Ну, хорошо. Если вы считаете, что это проблема, мы, конечно же, поработаем над этим. Я ни в коем случае не хочу обесценить ваши переживания. Мне показалось, что вы не до конца поняли вопрос. Ну, все хорошо. Все верно. Да. Отлично. Что ж, мы с вами записали красным, то, что вы хотите обсудить. И я отдам эти записи позже вам, чтобы вы наблюдали, какие проблемы вас касаются, какие проблемы вас гложат, чтобы вы не переставали о них думать. Думать о них полезно. Нужно их прорабатывать. Уходить от проблем, от переживаний точно не стоит.
Вот, я, например, не могу уйти от переживаний, потому что офис у меня один, а стройка на улице не прекращается, поэтому, ну, впрочем, продолжим. Вот, смотрите. Зеленым карандашом мы с вами будем записывать то, как мы проработали каждый из пунктов. Хорошо? То есть вы будете наблюдать на контрасте разницу. На одной странице у вас будут ваши проблемы, с другой стороны, варианты их решения и то, почему они проблемами не являются. Что ж, для начала первый пункт. Как думаете, по какой причине вас это волнует? Угу. Продолжайте. Угу. О, залетела какая-то ерунда. Сейчас уберу, секунду. Мушка была. Sorry. Продолжайте. Как вы думаете, не причастно ли к этому то, что вы рассказывали мне на прошлом сеансе? Да, именно это. Вполне вероятно. То есть одно очень сильно зависит от другого. Я думаю, вы замечаете эту связь даже без моего участия. Не так ли? Так вот, я хочу предложить вам подумать насчет того, чтобы эту разницу, эту связь прервать. Для этого есть несколько способов, и мы с вами о них поговорим. Давайте мы с вами это запишем зеленым фломастером. Мы поняли. Карандашом. Так. То есть, для того, чтобы у вас это не вызывало тревожных мыслей, вы должны понимать, что это проистекает от связи с предыдущей причиной. Отлично. Мы записали это. И теперь, пожалуйста, прочтите пункт и его решение. Я думаю, что в таком виде, на контрасте, вы видите больше нюансов и моментов, которые связывают то, что вас тревожит, с чем-то еще. И вы понимаете суть и природу вещей, ваших переживаний. Не так ли? Я думаю, что таким образом мы с вами продолжим нашу терапию. Это очень действенный метод. Вы сами видите и наблюдаете разницу, видите ее на контрасте. Это нам нужно. Как-никак я лишь помогаю вам прийти к определенным выводам. И ни в коем случае не пытаюсь навязать вам их или предложить какой-то конкретный способ или идею по их решению. Теперь проведем небольшой тест. Я хочу, чтобы вы выбрали один из двух цветов. Это поможет вам, мне понять вашу настроенность к определенным вещам. Я буду задавать вам вопрос. Ваша задача выбрать один из двух цветов. Синий или красный. Хорошо? Готовы? Как только вы просыпаетесь утром и думаете об этой мысли, какое у вас настроение? Не стоит. Настроение. Когда вы общаетесь с вашими друзьями, родственниками или коллегами, и разговоры заходят на личные темы, как вы реагируете? Отлично. Когда вы общаетесь в социальных сетях с людьми, которые вам не знакомы, и кто
кто-то пытается вас задеть. Как вы реагируете? Выберите. Прекрасно. И ночью, когда вы засыпаете, и голова вдруг начинает сама думать о тех событиях, которые мешают вам уснуть, слишком эмоционально вовлекают вас, и вы не можете уснуть. Как вы себя чувствуете? Отлично. Что ж, давайте мы запишем это с вами, как только я дотянусь. Мы запишем это также в красную графу с красным карандашом. Вы должны будете читать данные записи. Мы с вами обговаривали в самом начале. Так, и так третий. Вот так. Скажите, кстати, комфортно ли вам находиться в моем кабинете? Поскольку я постарался сделать здесь максимально удобные и комфортные сиденья, обстановку, как это сказывается на ваших ощущениях. Как вы выбрали цвет после этого вопроса? Раз так, то давайте продолжим. Новая техника. Она помогает вам с помощью выбора различных карт, разложенных в пасьянсе. Насколько вы склонны к тому или иному действию, к тому или иной эмоции. Так. Пока я раскладываю, вы можете закрыть глаза и представить себя в каком-нибудь замечательном, приятнейшем для вас месте. Возможно, для вас это тропические острова. Возможно, вершины гор, живописные каньоны, морское побережье или ваша дача в нижних бугорках. То есть места могут быть абсолютно разные. Скажите, пожалуйста, посмотрите на меня. Скажите, какую карту вы видите? Все верно. Запомните ее. Я ее не видел, честное слово. Теперь эта карта. Замечательно. Так. Так, теперь. Запомните вот эту карту. Я кладу ее сверху. И сейчас последняя. Пятая карта. Так. Вот, еще раз. Теперь я откладываю по три
которые вы запомнили, ничего не значат. Они не нужны мне для того, чтобы увидеть, как вы реагируете и всерьез ли воспринимаете вещи, которые не имеют ни малейшего значения. И вы хорошо справились, не запомнив ни одной карты. Возможно, только последнюю. Но это не имеет значения. Наш мозг устроен так, что он запоминает любые мелочи. Что ж, я надеюсь, что пока вы представляли себя в прекрасном месте, которое вам нравится, вы успели в некоем роде помедитировать. Теперь, когда вы находитесь в более приятном для вас состоянии, я хочу, чтобы вы снова выбрали цвет из тех, что я вам покажу. Хорошо? Готовы? Представьте себе, что выходит игра, которую вы ждали больше 3 лет, и она супер забагованная. Я бы даже сказал, кибер забагованная. Ваша реакция. Выберите цвет. Замечательно. Следующая реакция. Вы приезжаете на пляж и видите там всех своих знакомых, которые вас туда не позвали. Какой вы выберете цвет? Все-таки коряга залетела к нам в окно, но не переживайте, она застряла в остеклении, и нам с вами ничего не угрожает. Представили себе эту ситуацию? Выберите цвет. Да, я бы тоже выбрал этот. Что ж, и еще один вопрос. Представьте себе, что вы стали астронавтом, который полетел в космос просто так. И вы замечаете, что в процессе взлета от корабля отделяются части, которые, к сожалению, нужны для того, чтобы корабль летел хорошо. Ваша реакция. Какой цвет вы берете в этот момент? Да, я бы тоже ничего не выбирал. Молился бы, скорее всего. Ну, знаете, мы с вами довольно неплохо проработали некоторые моменты. Я все это запишу в книжечку и запишу зеленым. То, как мы с вами с этим будем разбираться. Как часто вы медитируете или находитесь в покое, в состоянии, когда вас ничего не тревожит, когда вы можете позволить себе расслабиться и не думать ни о прошлом, ни о будущем. Да. Я подозревал, что довольно редко. Но, вы знаете, это нужно обязательно исправлять. Обязательно. Всеми доступными способами и ресурсами вам нужно постараться это изменить. Мы с вами попробуем сделать это определенным способом. Я запишу это здесь, и вы будете практиковаться по методике, которую я рекомендую вам. Это довольно просто, занимает буквально 10-15 минут в день, и результаты будут, если вы будете заниматься этим ежедневно, примерно в одно и то же время. Хорошо? Так. Также это поможет поднять вашу самодисциплину. Если вы каким-то образом пропустите один сеанс, ничего страшного. Вы просто начнете заново. Поэтому это не должно вызывать у вас еще тревожность, еще больше тревожности, чем у вас уже есть. Так. Прекрасно. Все моменты.
Главное, чтобы вы не забывали почаще приходить на сеанс. Ведь это довольно важно. Еще одна коряка залетела. Возможно, в следующий раз я позову вас в другой офис. 100% в другой офис. А пока нас тут не заряжите стройматериалами, я попрощаюсь с вами. Пожелаю вам хорошего дня, хорошего вечера или всего остального хорошего. Да. И буду разбираться со своими проблемами. Спокойной ночи и до встречи.